Здравствуйте, меня зовут Лиза Демьяненко, мне 13 лет. Я разговариваю на двух языках – английский и французский. Я очень люблю петь и занимаюсь в музыкальной школе, играю на флейте и фортепиано. Есть опыт игры в театре, в музыкальных спектаклях. Занималась фигурным катанием 6 лет. В кино я хотела бы сыграть роль абсолютную противоположность мне, потому что нахожу это очень интересным и непростым. Мне очень нравятся жанры фантастики и мистики, потому что в них можно прожить те моменты, которые в реальной жизни невозможны. Спасибо за внимание.